Зума, вы не в курсе очень вообще кого-то ждать, не ждать? Так, ну вообще у нас сегодня лекция в формате диалога, потому что она будет про диалоговые системы, поэтому очень комфортно будет, если там кто-то включит камеры и будет участвовать в паре, иначе качество пары сильно снизится. Да, лайк Андрею. Это можете чаек заварить, я в целом не против этого. У меня тут где-то кофе стоит в самом. Так, ну я подожду еще пару минут, и тогда буду начинать.
Так, ну ладно, давайте начинать. Так, как я и сказал, на сегодня лекция будет все-таки подразумевать какое-то общение, а не просто рассказ. Лекция будет про диалоговые системы. И кто может, я попросил включить камеры, чтобы взаимодействие было более приятное, как минимум для меня. И давайте потихоньку начинать тогда. В общем, что вообще такое диалоговая система? В целом, всем интуитивно понятно. Это там термин, который хайпанул еще там, когда, мне кажется, вы только поступали на ФКН. И, ну, в целом, это системы, которые имитируют общение человека. И, то есть, цель таких систем — это создать впечатление, что клиент общается с человеком, а не с ботом. И, соответственно, большинство таких диалоговых систем, они строятся на там, технологии чат-ботов, которая в целом, наверное, всем уже известна, особенно после появления там чат-GPT. Сейчас кому не лень, две безызвестные компании пытаются, видимо, бороться за внимание и устраивают там всякие GPT-вик и рассказывают всем, что это такое, какое оно классное. Поэтому, возможно, там многие из вас уже очень активно об этом знают. Кто-то, может, вообще работает над этой технологией и знает это лучше, чем я. Но я вот сегодня что-то попытаюсь рассказать. Соответственно, я вначале хотел бы сказать такую, ну, мини-историю и одновременно классификацию этих чат-ботов, то есть как они вообще появлялись. Это как бы моя такая примерная личная классификация, которая не гарантирует правду, там у кого-то она может быть другая. Но вот я выделил для себя какие-то четыре класса. Первый я назвал rule-based, и как вы думаете, ну то есть это вот самые старые, первые появившиеся rule-based чат-боты, и как они работают, как вы думаете? Ну, там есть куча ифов. Менеджер запланировал какие-то сценарии в специальном диаграммном туле, и там есть развилки. Ну да, да, и в целом правильно, то есть я это и подразумевал. Типа у нас самая простая технология, есть какие-то запросы пользователей, и мы вместо того, там, что мы не говорим ни о каких LLM-ках, тупо делаем ифы, там определяем, о чем говорит пользователь, и находим подходящий ему ответ, выдаем. И вот, собственно, отсюда появляются все вот эти мемы про, ну, точнее, когда-то появились мемы про тупых чат-ботов, которые, там, не знаю, когда вы ему пишете «здравствуйте», а потом задаете вопрос, он скипает вопрос и говорит вам «здравствуйте, что бы вы хотели». Соответственно, далеко на такой технологии не уедешь. Следующий подраздел — это какое-то уже там понимание языка. Я его назвал Natural Language Understanding. Сейчас, а где... В общем, давайте я отмотаю. Так, туда. Вот они. Сверху вниз. В общем, да, второй класс я назвал Natural Language Understanding. И то есть это уже, ну, что-то, что способно как бы понимать вообще язык, хоть как-то понимать, и выдавать там синтаксически там и семантически как бы правильные ответы, которые еще и соответствуют полностью вопросу. А после этого, там, так как мы говорим про чат-ботов, то мы стараемся приблизиться к беседе с человеком, а в беседе с человеком так или иначе возникает контекст. То есть то есть у нас диалог — это не набор каких-то независимых фраз, а это все-таки какой-то последовательное развитие мысли. И, соответственно, когда там, бот хочет имитировать человека, то он должен обращать внимание на предыдущую историю. Это вот, типа, я назвал эту группу contextual боты. И последние боты — это уже как бы те боты, которые владеют какой-то еще дополнительной информацией, там они, не знаю, имеют доступ к каким-то вашим личным данным и, не знаю, там предлагают какие-то рекомендации, зная там про вас очень-очень многое. И вот, соответственно, я их назвал personalized. Теперь давайте потихоньку поговорим про то. Так. Как это вообще можно строить, из каких частей состоят такие вот диалоговые системы? То есть это картинка из Лены Войта, я думаю, там
всем вам известной из презентации ее. Соответственно, здесь как бы изображена схема Алисы, то есть индексовой говорилки, и она поделена на несколько шагов. Ну, то есть, так как Алиса умеет разговаривать голосом, и мы к ней обращаемся голосом, то тут сразу же возникают две компоненты, которые связаны с преобразованием там, текста в звук и звука в текст. То есть SR и TTS. Их мы сегодня не будем рассматривать. Это на курс вот как делай, обучать большие модельки и, как мне часто жалуются студенты, ждать по несколько дней, перебирать гиперпараметры. Ну, это, в общем-то, да. Там вам лучше расскажут. Мы сегодня поговорим про все остальные составляющие. Первая из них — это, соответственно, вот Natural Language Understanding, NLU. И как бы о чем она вообще говорит? Ну, давайте вот теперь как-то пообщаемся. То есть представьте, что вы сказали Алисе какую-то фразу, что должно происходить дальше в такой диалоговой системе, по вашему мнению? Ну, во-первых, мы должны распарсить name entities. То есть, к примеру, мы говорим, какая погода в Москве. И у нас отдельной штуковиной распознается, что у нас есть name entity Москва. Mm-hmm. Или, например, кто такой Иван Алексеевич какой-то там. У нас появляются слоты, что у нас такая-то name entity проскользнула. Если у нас какая-то продвинутая система, мы можем загрести сразу информацию про то, что это за name entity, если у нас большая языковая модель. Если у нас что-то потупее, то ну вот, мы можем просто сказать, что у нас появился слот с такой-то name entity. Да, это действительно важно, то есть как-то типа, выявлять важные объекты из фразы и, соответственно, что дальше с ними делать. С этим согласен. Это в целом там огромная задача в NLP, на entity recognition, которая там до этого решалась там миллион разными способами. После появления Берта все эти способы ушли, и там с помощью Берта это все теперь решается. Так, это окей. А что еще? То есть в целом ты вот правильный пример привел, то что когда нам мы спрашиваем, какая погода, то ну, надо как бы четко пытаться, точнее, как бы хотелось бы разделять какие-то запросы. То есть, например, есть запрос, какая погода, а другой запрос, что мне посмотреть? Еще один запрос там, что сегодня в трендах там в музыке? И все эти запросы, они, ну, довольно-таки разные. То есть в одном случае там тебе надо сходить, твоему роботу надо сходить в интернет посмотреть погоду, в другом случае там ему надо сходить в Кинопоиск посмотреть, какие фильмы сейчас популярны, в третьем случае вообще там в какую-нибудь музыку. Соответственно, все, то есть во всех этих сценариях надо действовать по-разному. Поэтому здесь еще выделяют задачу определения интента, то есть как бы интента и сценария, типа о чем вообще говорит пользователь. Также, что важно, давайте я постараюсь привести пример, а вы поймете, о чем, попытаюсь понять, о чем я говорю. Допустим, я задаю вопрос следующего характера. Следующий вопрос. Какая погода в этом городе? Какие здесь могут быть проблемы? Ну, контекстная проблема в зависимости от истории диалога или локации может подразумеваться разным. Да, то есть это еще одна задача, называется определение анафор. То есть мы выявляем какие-то местоимения, типа этот, там, that, it и так далее, и пытаемся сопоставить этим местоимением какие-то объекты из контекста. Это раз. Хорошо. И, допустим, еще один вопрос. Так. Какая погода в Москве сегодня? Алиса что-то отвечает. А завтра? Вот теперь у нее как бы независимая фраза «а завтра». И надо понять тоже, к чему она относится. То есть здесь тоже проблема работы с контекстом. Надо понимать, как бы, о чем вообще говорил пользователь. То есть и это тоже там выделяется как отдельная задача.
И помимо этого еще там дополнительно строится довольно-таки тяжелый там, типа, в общем, парсинг предложения, чтобы там его лучше понимать, но в это мы лезть не будем. Так, и все это называется вот Natural Language Understanding. После этого формируется какой-то, ну, не знаю, там JSON, где складируется вся эта информация, и она передается на следующий этап, который называется как-то диалоговое управление. И этот этап, по сути, он обходится вообще без какого там либо машинного обучения и там NLP тем более. То есть и в целом он отвечает за то, как бы за понимание того, в каком типа сценарии мы находимся, там, типа, как отвечать в этом сценарии, то есть типа, как выстраивать там последние действия, которые надо сделать, куда идти за информацией, типа, откуда ее взять и вот так далее. После того, как все это собрано, это передается там на третий этап, и называется Natural Language Generation. И вот я там вначале говорил о том, что раньше вот были вот эти rule-based методы, и как вы думаете, типа, как можно было бы, но это все еще на самом деле является популярным решением, то есть далеко не все компании используют LLM-ки в своих чат-ботах, как бы такое можно было бы сделать? То есть вот, типа, не ифами написать, а вот что-то, ну, вот чуть-чуть хотя бы поумнее, то есть какое-то NLP проявить. Ну, короче, берем эмбеддинги от запросов. Берем нашу базу, которую менеджер создал, и там типа сценарий один — узнать про погоду и несколько примеров запросов. Сценарий два — узнать про киношки, несколько сценарий запросов. Вот мы тоже пригоняем все это в энкодинге. Дальше берем KNN, K и матчем. Ну да, в целом очень разумно, такой straightforward подход. Я согласен. Да. То есть создаем базу знаний, а потом просто быстро ищем ответ по совпадению. И это на самом деле, то есть это супер там простой, простой способ взять какой-то sentence bird, построить векторное представление предложений и просто искать ближайший по запросу. Но, тем не менее, оно там работает, скорее всего, в 80% текущих чат-ботов. Ну, пока что работает, может быть, скоро перестанет. Так, и, конечно же, второй подход, как это сделать, и про что мы сейчас будем в оставшуюся часть лекции говорить, это, конечно же, LLM-ки, как они тут вообще работают. Ну, и конкретно про чат GPT. Да. Ну, давайте поговорим про несколько. Извини. У меня на самом деле вопрос. Мне кажется, что эта диаграмма очень outdated, потому что если есть много компьютера, то кажется, что нужна просто LLM, которая умеет ходить в бэкэнд. Ну, я имею в виду, там же всякие примеры про то, что LLM-ки умеют сами вызывать API, вот это вот все. Ну, смотри, то есть здесь действительно как бы можно сильно улучшить вот эту схему. То есть, ну смотри, то есть вот, например, в первом, когда мы определяем сценарий, здесь как-то, ну, то есть, безусловно, здесь можно везде прикрутить LLM-ки. Например, для определения сценария как бы можно решать задачу классификации с помощью LLM-ки, типа определи, куда надо сходить, и типа она там дальше вызывает какую-то другую штуку, которая идет и достает оттуда информацию. Там идет в поиск и достает информацию. В целом, тут даже можно еще дальше пойти. LLM-ка сама может генерировать JSON, то есть сама определять типа intent, там вообще типа все эти, как сказать, ну вот все вот эти сущности. И типа после этого JSON брать его как промпт и там дальше генерировать какой-то ответ. Но кажется, что, то есть я не знаком прям типа с текущими архитектурами, но год назад, и когда я еще работал в Алисе, такое точно, ну, то есть, все-таки не было какого-то, как сказать, типа одного пайплайна, там было все-таки много разных типа фигурок, то есть штучек, которые там вместе взаимодействовали. Да, я понимаю, но Алиса, да, год назад не дотягивала до уровня, на котором можно было использовать. Насколько я знаю, я про Яндекс, LLM. Ну, может быть, надо пообщаться с нужными людьми.
Ну да, в целом, как бы, то есть, возможно, через год действительно многие из этих вещей, они станут уже не актуальными, и все это можно будет решать LLM-ками, типа, подается запрос, и тут же, там, в целом, даже сейчас можно пойти дальше, сейчас, кажется, уже появляются технологии, которые не только, вот, как бы, замещают вот эти три стадии, а и все пять стадий тоже, то есть, как это называется? Ну, типа, весь пайплайн — это просто одна какая-то нейросетка, которая там получает сигнал и возвращает сразу сигнал. Но, насколько мне известно, они все еще там не самые лучшие. То есть до сих пор работают, типа, до сих пор сотой является то, когда мы отдельно берем, типа, ISR, TTS и отдельно какая-то штука, которая обрабатывает текст. Но действительно, может быть, это скоро изменится. Так. Да, теперь давайте поговорим про LLM-ки, то есть как примерно устроен чат GPT. Возможно, многие из вас уже знают, но так как меня обязывают должность преподавателя всем это еще раз рассказать. В общем, первая стадия претрейна — это то, что мы уже несколько там раз обсуждали на предыдущих лекциях, поэтому здесь я останавливать не буду. То есть у нас есть какая-то огромная, ну как у нас, у компаний, которые могут себе это позволить. У них есть большая-большая модель, там 100 миллионов, ой, 100 миллиардов параметров, если нужно, можно и больше. Есть какой-то огромный датасет размером с интернет, желательно отфильтрованный. И ребята берут, запускают там, суют туда DDP куда только можно и обучают модель. То есть она стоит несколько месяцев, чему-то учится. У нас появляется на выходе моделька, которая как-то умеет генерировать, но то есть генерировать текст в целом даже осмысленно, но периодически она сходит с ума и там довольно-таки плохо ведет себя как типа чат-бот. То есть она не очень хорошо умеет следовать инструкциям, поэтому следующая логичная стадия — это научить ее лучше следовать инструкциям. И здесь я во многом буду как бы пересказывать статью Instruct GPT. Это там первая статья, скажем так, первая, наверное, и последняя открытая статья про Instruct-тюнинг. Видимо, до того, как OpenAI поняли то, что это крутая технология, и не закрыли. То есть вот она была выдана, и тут есть довольно-таки много подробностей, типа как это все обучалось. Соответственно. Ну, сейчас даже так. Теперь будем говорить про Instruct Tuning и как это решалось до этого. Еще там год или два, точнее, 2 года назад была такая статья, называлась T0. По сути, это модель T5, которая научена следовать инструкциям, но как бы учили ее совершенно по-другому. Тут скорее работа велась в сторону подбора промптов, то есть тут ребята создали просто огромную какую-то базу промптов для каждого сценария, для каждого вопроса, и научили модельку, ну, как можно лучше отвечать там на специфические вопросы путем просто подбора промпта. И это там в свое время было довольно крутой работой, но после появления вот этого инструкт-тюнинга про нее, в смысле, инструкт-ГПТ, как бы она уже отошла на второй план. Соответственно, здесь действительно вся статья просто про то, как создавалась вот эта база подборов промптов. Теперь поговорим про Instruct GPT. Instruct Tuning, он делится на несколько фаз. И первая фаза это self-supervised fine-tuning. Ой, да. И что он под собой подразумевает? То есть он состоит из... Так. Как бы из нескольких подфаз. Первое, самое сложное, это сбор данных. То есть что вообще это означает? Целью этой фазы является обучить в supervised режиме модельку хорошо отвечать на инструкции, ну, то есть хорошо отвечать на вопросы. И типа straightforward вариант — нанять много-много людей, обучить их как-то правильно писать ответы на вопросы, соответственно, посадить их, выдать им много вопросов и собрать от них прям много рукописных ответов.
Соответственно, таким образом получить какой-то датасет и попытаться обучить на этом нашу модель. Как бы здесь сразу виднеется очень-очень много каких-то тонких мест, начиная от того, что надо собрать данные, то есть надо обучить людей правильно отвечать на вопросы, то есть им надо объяснить то, что вот вопросы там не должны быть токсичными, они там не должны быть пассивно-агрессивными, там без сарказма, в общем, все как надо сделать. После этого, то есть заплатить этим всем людям, это тоже очень дорого, потому что работа довольно-таки сложная. И по итогу, скорее всего, получится не такой уж большой датасет, то есть по сравнению с претрейном это капля в море. То есть, например, в статье там InstructGPT у них получилось в итоге 13 тысяч последовательностей, ну, в смысле, 13 тысяч, типа, сэмплов, вопрос-ответ. И на таком маленьком датасете мы хотим дальше дофайн-тюнить нашу модельку. А моделька большая, то есть, и когда мы будем файн-тюнить, она, скорее всего, переобучится, если мы будем делать это неправильно. А поэтому надо об этом помнить. То есть здесь прямой подход, просто берем датасет, кросс-энтропийную функцию потерь, все, loss, вычисляем loss, backward, step zero grad. Да, и так. То есть и я не помню, кажется, в статье они не предлагали, но в целом полезно, например, вместо того, чтобы файн-тюнить там всю модельку, выучивать какие-то, ну, типа, лора-подобные добавки, там, вставлять дропаут для регуляризации, там, использовать маленький батч и так далее, чтобы предотвратить переобучение. И еще один довольно-таки полезный факт, что, возможно, не стоит ориентироваться на перплексию, там, на эволюционные выборки, а смотреть на какие-то, то есть оценивать качество в процессе файн-тюнинга, ориентируясь на какие-то даунстрим-задачи, которые, ну, там специально подобраны для ну, типа, для чат-бота. Так. Значит, это SFT, и следующая стадия – это обучение reward-модели. То есть, как мы сказали, довольно-таки, ну, во-первых, не хочется платить людям, чтобы они размечали данные, хочется, чтобы модель могла вообще как-то сама это делать. И здесь сразу идея – давайте обучим LLM-ку размечать как бы данные, то есть ставить оценки ответам, которые как бы она же сама и генерирует. Соответственно, эта стадия, она разбивается опять-таки на несколько шагов. Первый шаг – это получение выборки. То есть давайте говорить на примере задачи суммаризации. Пусть у нас есть какой-то текст, который мы хотим суммаризовать. Так, давайте я на доске написать. Пусть у нас есть какой-то текст, который мы хотим суммаризовать. Чего? Я пойму. А можешь отключить шаринг экрана? Так, видимо, удобнее будет. В смысле, спасибо. Плохо видно? Ну, я, возможно, не самый лучший пользователь Zoom, но непонятно, как переключаться на себя. Ну вот. Ага, ну окей. Так, давай я муж зеленый. Так, зеленый видно? Нет. Еще есть красный. Ну, видно вроде. Ну, в общем, пусть у нас есть какой-то текст, который мы хотим сомализовать. Дальше. И мы просим модельку сгенерировать каких-то несколько версий summary этого текста. Будем рассматривать пока что две. Y0, Y1. То есть это две версии summary. Это просто разные седы. Ну, там разные седы или там разные как бы ветки твоего этого nuclear sampling'а. Так, Y0, Y1. И, соответственно, что мы хотим? То есть мы хотим, чтобы моделька... отранжировала эти два summary
в точно таком же порядке, как их отранжируют люди. То есть, как бы, в чем здесь главная идея? Теперь мы не хотим, чтобы люди сами там писали, то есть ответ на вопрос, там, или в данном случае summary для какого-то конкретного текста, а мы будем делать следующее. Мы будем им просто подавать два варианта summary, они будут их читать и выбирать, какой из них лучше. То есть это, очевидно, сильно проще, чем самому писать это самое summary. И пусть, соответственно, то есть это будет sample в датасете. Здесь и он типа равен либо нулю, либо единице. Это индекс лучшего summary. То есть вот таким образом у нас выглядит каждый sample в датасете. На этом мы будем обучать нашу модель. Хорошо. Тогда давайте построим другую модель отдельную, правильно? Которая reward model. Сейчас, reward model, я имел в виду, что сейчас мы будем строить как бы функцию потерь, на которую мы будем обучать эту модель. Да, то есть у нас, давайте, в общем, я сразу скажу. Конкретно в статье они, например, берут точно такую же GPT-шку, но сильно меньшего размера. То есть эта вещь, она тоже как-то неустойчиво обучается, поэтому они решили взять вместо их дефолтной там 175-миллиардной модели 6-миллиардную. То есть, чтобы просто это как бы лучше обучалось, ну и в целом, как будто бы для такой задачи достаточно модельки поменьше. Так. Соответственно, давайте теперь выпишем лосс. Так, соответственно, от ожидания по нашему датасету x, y0, y1, и. И так, это будет логарифм сигмоиды от x, y, и минус минус r тета x y 1 минус i. Так, хватит. То есть как раз r тета — это вот наша модель, то есть reward model. Если у вас никого нет, то я эту штуку. То есть, что как бы здесь написано, что у нас лосс-функция, она представляет себя как логарифм сигмоида разности двух предсказаний. Первое предсказание – это как бы оценка модели для более хорошего текста минус оценка модели плохого текста, плохого summary. Типа, почему этот лосс вообще валидный? То есть, RTeta, то есть выходом модели здесь будет писать. R-тета – это просто вообще какое-то число, x, y, неважно что, просто какое-то вещественное число. Тогда давайте посмотрим, как вообще выглядит вот эта вот функция. Сейчас я забыл здесь минус сказать. То есть эта функция, она будет выглядеть следующим образом. То есть минус логарифм сигмоида от t, это что? Это минус единица логарифм единица на 1 плюс e в степени минус t. Так, это логарифм единица плюс e в степени минус t. Тогда что? Если вот это у нас t, то есть это как бы аргумент сигмоиды, соответственно, здесь будет, вот это L обозначу, то давайте так, если T стремится к плюс бесконечности, то вот эта штука стремится к единице, к нулю, соответственно, сумма стремится к единице, логарифм единицы стремится к нулю. То есть эта вещь, будет как-то так. Причем, если T равно нулю, то это будет логарифм двойки, какое там число. И если T стремится к
плюс бесконечности, то вот эта штука, то есть логарифм 1 плюс e в степени минус t при t, стремящемся к бесконечности, оно будет выходить на линейную асимптоту и типа линейно уходить в бесконечность. То есть примерно как-то вот так вот. То есть вот так вот будет выглядеть наш лосс. Видно, да? Да, то есть и что это означает? Получается, если t у нас больше нуля, если t больше нуля, то лосс будет как бы примерно нулевой. То есть что это означает? Если разность хорошей оценки и в плохой оценке больше нуля, то есть если хорошая оценка больше, чем плохая, то лосс будет нулевой. Но мы этого именно и хотим. И если t будет меньше нуля, то есть если порядок поменяется, то L будет, ну, типа, больше нуля. В целом, как бы, все валидно, поэтому так действительно можно учить. То есть, вот мы так собрали датасет, взяли какую-то модельку, и теперь просто модель выдает какое-то там вещественное число на выходе, и вот с таким лоссом она учится. Так, что еще тут хотел сказать? Мне казалось, что там где-то есть Elmo рейтинг. Элмо. Да, ну, который шахматный. Но, возможно, я не прав. Там на самом деле не два ответа ранжируют, а больше ответов, и там где-то проскакивает вот этот шахматный рейтинг. Сейчас, ну давай посмотрим. Так, мы коллекторы сетов в компьютере, модуль outputs, where labels indicate which outputs. Сейчас, а еще раз, как ты говоришь, типа, они брали, типа, 4 и делали ранжирование 1, 2, 3, 4, и на таких, типа, оценках учились? Я не уверен, что это именно в Instruct GPT, но вот когда я читал про ReLHFF, Ага. там было. Ну вот я нашел на Hugging Face что-то. Угу. Ну, с кем чат я могу открыть? То есть, может быть, это уже в новых каких-то статьях? Скинул в Zoom чат, сейчас скинул в обычный. Или нет? Вот. Да, видимо, это про другой лосс. Видимо, это про то, что reward должен быть равен Elo рейтингу. И ассессоры на самом деле говорят, смотрят side by side, что-то делают. Ну, ладно. Возможно, я зря упомянул это, и Ну, сейчас давай не вам я это просто посмотрю, объяснить. потому что мне сейчас даже не открывается Hugging Face почему-то. Странно. Ну ладно. Ну, по крайней мере, так точно можно учить. Возможно, можно лучше, но и так можно. И вроде, кстати, сейчас RLHFF
хуже, чем direct preference optimization. Да, я видел вот эту... Ну, сейчас, RLCF будет чуть дальше. Мы еще про него не сказали. Ну да. Ну давай, собственно, давайте и поговорим про RLCF. То мы начали здесь спойлерить. То есть зачем нам вообще как бы reward model? Окей, мы научились каждому ответу выдавать какую-то его оценку. А как теперь эти оценки использовать, чтобы еще лучше как бы дообучить нашу модель? То есть после SFT моделька уже неплохая, она там умеет отвечать неплохо на запросы, но можно лучше. Давайте попробуем сделать лучше. Так. То есть, как он называется, reinforcement learning на from human feedback. Что у нас есть теперь? У нас есть, ну, у нас опять-таки есть какой-то запрос, запрос X, и моделька генерирует какой-то ответ Y. Тогда, чтобы там обучать RL-агента, нам надо вести политику, и политика вводится следующим образом, что P это при Y при условии X. Ну, типа X в данном случае это типа state, то есть это как бы весь предыдущий контекст, и он вводится просто как авторегрессионный, типа вероятность в авторегрессионном стиле, то есть это вот. Ну, в общем, ты понимаешь, X это предложение или прям токены? Сейчас. Повтори ну, еще то есть раз. Можно сказать, что у нас state – это предыдущие реплики в диалогах, а можно сказать, что state – предыдущие токены. Ну, то есть, короче, наш action – это токен или наш action – это реплика? А сейчас, не, как я здесь понимаю, наш action – это все-таки вся реплика целиком. Так. То есть, да, типа здесь вот весь Y – это как бы A, то есть… Вот это А, вот это С. Тогда она определяется просто как P, там, Y при условии X, запятая Y, там, меньше I. Сейчас. А, ну да, все нормально. Хорошо. Тогда что? А какая наша цель? Ну, вот у нас есть какая-то reward model, мы сгенерировали Y, дальше нам пришла оценка, типа вот пятерочка, и мы, соответственно, хотим максимизировать суммарную оценку по вообще всем вопросам в датасете. То есть, типа, наш таргет, который мы максимизируем, он записывается следующим образом. Это матожидание по всем иксам в датасете. Дальше матожидание по всевозможным выходам модели. Соответственно, которые приходят из политики и тета y при условии x на нашу итоговую награду. То есть награда это просто, ну, типа, какая-то там r. Давайте здесь поставим букву Пси. Соответственно, R от Y и X. Типа награда для какого-то сгенерированного конкретного ответа для конкретного вопроса. Ну и хорошо. Давайте сделаем стохоценку этой вещи и будем обучать градиентным спуском. То есть можем написать, что G с волной это... ну, типа,
сгенерируем какие-то иксы из датасета, дальше получим ответы из модели и таким образом оценим Монте-Карло от нашей G. Единица на N. Дальше. Сумма от I равняется единице до M на R, C, Y, I, X, I, где X, I пришли из датасета P-Data, а Y, I это выходы модели для конкретного X. То есть они пришли из политики при условии X, I. Ну и все. Дальше берем стоп-градиент. Даже тета с волной при тета и обучаем. В чем проблема? Ну, проблема в том, что у нас коррелируется вероятности обычных токенов, если мы слишком сильно отойдем в сторону reward модели. Ну, там какая-нибудь невыпуклость будет, и нам нужно где-то, ну, короче, не сильно отходить от изначальных вероятностей, иначе мы начнем выдавать adversarial фигню. Сейчас, давай так, ты как-то слишком сильно сделал шаг вперед. Мне кажется, на данном этапе мы даже обучить ничего не сможем по одной какой-то хитрой причине. А я там видел еще людей в чате, или они все вышли? Вот я видел, что Полина подключалась, но камеру выключила. Опа. Ну, то есть, еще раз. Вот у нас есть G, это мотождание по DTC, это мотождание по политике, наша награда. Дальше. Мы эту штуку оцениваем по Монте-Карло. И после этого хотим продифференцировать вот этот лосс по параметрам нашей модели тета. Как бы в чем здесь проблема? То есть, почему мы дальше не сможем сделать апдейт с помощью вот этого градиента? Ну, но текст дискретный, видимо. Да, да, в правильную сторону думаешь. Мы же здесь просэмплировали. У нас, типа, вот эта штука от параметров тета зависит вообще неявно. Типа, у нас вот в этом лосе в самом тета вообще нигде не присутствует. У нас есть пси, но это вообще какая-то другая реворд-модель. А самой модели тета у нас нет. То есть, после того, как мы просэмплировали из этой модели, все, мы как бы, типа, у нас был граф этой модели, мы просто от него оторвались, и теперь мы считаем лосс вообще непонятно почему. Ну и когда мы попытаемся вот такое дифференцировать... Что такое пси? Ну, как мы собирались дифференцировать тест, там нет тета? Ну, это я так и написал, типа, как хитро Алх вас пытался обмануть. Пси – это наши, это параметры reward модели, тета – это параметры модели, которые мы хотим дообучать. Ну, типа, тета – это наша вот LLM-ка. Дальше у нас есть какая-то другая модель, которая выдает нам оценочки, просто какие-то вещественные числа, которые показывают хорошесть сгенерированного текста. Да, то есть, действительно, мы как бы не можем никак продифференцировать под это, потому что мы... Просто нет. В лосе. А у вас RL вообще было или нет? Ну, мы, по-моему, обсуждали это на НИСе какое-то время назад. Я что-то помню. Ага. Под этим я подразумеваю и RL, и PPO. Ну да. По-моему, мы могли обсуждать Instruct GPT. Вроде даже обсуждали. Ну, я понял. Ну, напомнится так. В общем, я сейчас повторю какие-то основные шаги, которые позволят как минимум хотя бы хоть что-то завести. То есть, возможно, хорошее качество выбить не получится, потому что нужны свои финты еще дополнительно, но, по крайней мере, работать хотя бы в теории будет. Так. Собственно, окей, мы поняли то, что сток оценку самого лосса вычислить не получится. Ну, и после этого обучаться. Поэтому давайте попытаемся вычислить честный градиент, а после этого вычислить стохастическую оценку самого как бы честного градиента. То есть, если кто-то ходил на байс, должен в целом понимать, о чем я говорю. Или никто не ходил? Я не ходил. Зря. Я выбрал курс по передвиганию дедлайнов. Так.
Ладно, давайте тогда посчитаем стоп оценку градиента. Ой, точнее, посчитаем просто честный градиент. Здесь все видно? Да, видно. А, сейчас давайте. Можно чуть-чуть подробнее, какой мы собираемся градиент посчитать и какой до этого был градиент? То есть, смотри, как бы... Что изменилось? А, как бы в чем была здесь соль? Вот у нас есть, ну, типа, минус наш лосс. То есть, вот эту штуку мы хотим максимизировать. То есть, вот наша награда. И что мы здесь сделали? Мы оценили эту награду по Монте-Карло. Ну, то есть, как мы обычно делаем в наших там нейросетках. У нас есть какой-то большой лосс. Это матождание по всему датасету. Там, ну, лосс на конкретных примерах. Как мы его обучаем? Мы говорим, то, что ну, этот лосс по Монте-Карло как бы можно оценить вот такой вот несмещенной оценкой. То есть это единица на n и сумма по бачу. Сумма лоссов по бачу. И после этого мы от этой штуки берем градиент обычно. Это один способ. Второй способ, это мы можем на самом деле сказать, то, что вот у нас есть честный лосс по всему датасету. Давайте посчитаем честный градиент по всему датасету. А после этого оценим его по Монте-Карло уже. То есть здесь как бы были шаги как бы G, дальше оценка G, а после этого стох, как бы, а после этого градиент вот этой оценки. А сейчас мы пойдем по-другому. У нас есть G, мы вычислим честный градиент G, а после этого вычислим его оценку по Монте-Карло. То есть вот такое вот будет. Да, понятно. Да, давайте так и сделаем. Что получается у нас градиент от ожидания x p-data, дальше от ожидания y из политики p-theta, y при условии x на r c y x. Что мы можем здесь сделать? Ну, у нас вот это от ожидания по данным, оно от параметров theta вообще не зависит. Поэтому мы можем параметр, вот этот градиент пронести вот, поставить его перед вот этим вторым матождением. Тогда у нас получится здесь матождание x. Давайте я не буду писать. Дальше градиент по тета. А теперь давайте раскроем вот это матождание. То есть это будет сумма по всевозможным y из этой политики. Y при условии x. Дальше на как бы, вероятность y умножить на r. YX. Опять-таки, что у нас получается? У нас вот этот, вот эта вещь, она от это опять-таки не зависит никак. То есть это какая-то отдельная модель. Зависит только вот эта штука. Поэтому давайте градиент занесем только вот под нее. То есть перепишем это следующим образом. Отождание по иксам, дальше сумма по игрекам, дальше r от y, x умножить на градиент нашей политики питета. Теперь хотелось, теперь что нам хочется? Ну вот все, мы пронесли градиент докуда могли. И теперь хотелось бы как-то его стахистично, ну, в смысле сделать его оценку по Монте-Карло. Но на данном этапе мы это не можем сделать. Почему? Потому что у нас Монте-Карло оценка, она как бы строится по какому-то распределению. А здесь у нас никакого распределения нет. То есть как бы проблем с этим отождением никаких нет. Здесь все хорошо. Проблема вот с этой суммой начинается. То есть R это просто какая-то функция. Это не распределение. А здесь у нас градиент плотности стоит. А чтобы сделать оценку Монте-Карло, нам нужна сама плотность. Ну и этот трюк называется log-derivative трюк или там reinforce. И говорит он следующее. Ну, если у нас нет этой плотности, давайте ее добавим. То есть давайте умножим и поделим. Получается, матождание по x, сумма по y, дальше r, y, x, дальше умножить на pi theta y при условии x, дальше умножить на градиент theta pi theta y при условии x, делить на pi theta y при условии x. Вопросы?
Нет вопросов. Теперь, что вот, вот это такое? Логарифм. Да. Градиент. Да, правильно. Градиент логарифма. Из школы помню. Соответственно, теперь мы можем эту вещь оценить по Монте-Карло. У нас теперь стоит вот здесь вот распределение, которое мы будем оценивать. То есть вот эта вот вещь, она опять-таки равна просто сумме по, ну, то есть единица на n от i равного от единицы до n. Получается сумма r, y, x умножить на градиент по тета логарифма пи тета y плюс условие x. Ну, y, x, как в том случае, сэмплируется из вот этих распределений просто. Все, мы получили как бы честную оценку, и теперь с помощью нее мы можем обучаться. Вопросы? То есть, как бы логика понятна, да? У нас вначале был лосс, который мы использовать никак не могли, потому что не могли, мы бы не смогли по нему оптимизироваться. Поэтому мы решили, давайте посчитаем честный градиент. Посчитали его. Здесь применили log-derivative trick. Получили, что у нас теперь эта вещь равна как бы мотожданию по датасету, дальше мотожданию по политике, награды, умноженные на градиент логарифма, на градиент логарифма политики. И все. Эту вещь мы теперь можем оценить по Монте-Карло. Теперь у нас здесь появились параметры, которые мы можем, ну, в смысле, даже не так, это уже будет типа градиент, который мы можем считать. Ну, то есть, тут можно как бы вынести этот градиент теперь за знак этой суммы. И можно сказать, что мы сначала считаем вот эту вот вещь. То есть мы, получается, типа политика тета, это что? Это вот такая у нас просто вероятность. Это то, что у нас выдает, выдает генеративная модель. Как бы просто в терминах плотности. Мы подставляем это сюда, перемножаем на реворды и берем от этого градиент. И можем обучаться. Такой вот несложный подход. То есть там дальше есть много трюков, как это на самом деле заставить учиться именно в RL. То есть там применяется еще дополнительно этот, как он называется? PPO? Чего? PPO? Не, ну PPO как бы он, скажем так, он включает вот эту всю вещь. Там скорее, знаешь, дальше идут все трюки, чтобы... То есть на самом деле вот дисперсия вот такой оценки, она очень высока. И именно так на практике никто не обучает. Там надо как бы вычитать еще, называется такая штука бейзлайн, чтобы снизить оценку дисперсии. Но это уже там на курсах по RL вам расскажут. Здесь не хочу углубляться. Что еще надо сказать конкретно про LLM-ки? То есть вот ты правильно говорил вначале, что когда мы обучаем уже нашу модель следовать ревордам, она может взломать вот эту reward-модель, потому что она, очевидно, как бы не идеальна, и она может найти тонкие места и типа генерировать то, на что reward-модель будет говорить, да-да, класс, давай еще. А там на самом деле какая-то чушь. Типа генерируется одно и то же слово постоянно. Для этого авторы дополнительно вот к такому вот лоссу, они еще добавляют KL-дивергенцию между изначальной политикой, которая была, то есть, типа, которую, ну, то есть, вот эти распределения вероятности, которые мы получили после SFT, и текущей политики. Ну, то есть, буквально это там KL-дивергенция между вот этой вот штукой и, типа, замороженной моделью, которую мы получили прямо непосредственно после SFT. То есть, мы говорим то, что мы не хотим, чтобы модель сильно уходила далеко от, от типа, модели, которая она была до этого. Такс. Ну, на сегодня вообще все, что хотел, рассказал. Дальше на семинаре мы посмотрим,
как собрать пайплайн там для энкодерный, декодерный пайплайн для генерации текста и там для обучения какой-то, в смысле, для файн-тюна Берта, например, для, на даунстрим задачи. И как это сделать именно уже с использованием Hugging Face, а не писать все это руками. То есть до этого мы на семинарах всегда рассматривали такой handmade код, типа жестко, а теперь все, там 10 строк и пайплайн готов. И не работает через полгода после новой версии библиотеки. Ну, ничего страшного. Ну, блин, кстати, вот я сегодня, когда ставил, там были действительно проблемы. Там нужен был питон, для некоторых библиотек нужен питон не 3.8, а 3.9, ну, как минимум 3.9. И да, пришлось этим немного помучиться. Но ничего страшного, как только перемучились, еще год можно пользоваться хорошим пайплайном. Так, ладно, давайте тогда встретимся через сколько? 5-10 минут? Сколько у вас перерыв обычно? По-моему, у нас перерыв 20. Вот типа с 14.20 до 14.40 по расписанию. Вот если вот... Ого. Вам много отдыхать. Вы же там дома все сидите. Чего вообще отдыхать? Ну, в целом-то да. Но я хотел домашку по звуку обучать перерывы. Но в целом можем просто пораньше закончить. Мне это в целом все равно. Ну, сейчас давайте... Можете там в чат написать, кто за 20 минут перерыв, кто там за 10? Там в чат что-то писать. Тут звук плюс НЛП банда сидит. Интересно. Я за перерыв больше либо равно 5 минут. Какой-то новый вариант появился. 15 минут. Так. Давайте 20 минут начнем через 14. Ну хорошо, давайте. 20 минут начинаем.